Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Главе митрополии сослужил епископ Галичский Макаревский Алексей. Храм Спаса Нерукотворного образа расположен на втором этаже здания бывшего конюшенного ведомства. Известен тем, что здесь в 1826 году на первом этаже была установлена печальная колесница, на которой было доставлено тело Александра I. 1 февраля 1837 года в ней состоялось отпевание Александра Сергеевича Пушкина. После Октябрьской революции церковь была закрыта. В 1923 году в ней был размещен клуб конной милиции. В 1990 году возвращен верующим. Проведена значительная работа по его реставрации. Восстановлен иконостас, вновь освящен 14 марта 2000 года. После литургии митрополит Варсонофий обратился к прихожанам с архипасторским словом. Владыка, напомнив евангельское чтение о воскрешении дочери Иаира, призвал всех спокойно относиться к смерти. Господь показал нам, что Он начальник и жизни, и смерти. Он владыка наш. Поэтому Он говорит, не плачьте, утешая людей. Конечно, мы как не можем не плакать. Мы часто расстаемся при смерти со своими сродниками. Но они куда уходят? Они уходят в Царствие Божие, там, где Господь. Они просто нас предваряют. И мы не говорить должны, ну все, мы с вами расстались навсегда. Не навсегда, мы говорим до встречи, до свидания. Потому что мы попозже к вам подойдем, когда завершит нас путь, и там нас встречаете. Потом Господь и говорит такие учительные слова, что мы не плакали, не скорбели. Ну, временная разлука, не больше того. Ну, и мы постоянно расстаемся, столько-то уезжает, бывает, надолго уезжает, но мы же не плачем. Ну, так поскорбим маленько, так и смерть. Для нас это просто временная разлука с нашими родными и близкими. Поэтому мы должны спокойно относиться к смерти. А тот же Господь всегда в силах вернуть душу в тело. Об этом мы с вами видели на его чудесах Евангелия. За усердное служение Святой Церкви и в связи с 75-летием настоятелю был вручен орден преподобного Сергия Радонежского второй степени. Храму было подарено собрание проповедей митрополита Варсонофия, владыке Алексию. Митрополит Варсонофий в память о совместной молитве преподнес в дар крест и панагию.